Аншабдуль, я решил еще сделать обзоров на Bulletstorm, то что за один обзор это рассказать невозможно. Не знаю, что тут еще говорить, можно разбирать игру детально. Вот этот уровень, даже он не имеет аналогов, возможно, даже в игровой индустрии. Представляет собой построенный макет города, по которому ты передвигаешься. И в нем надо вести перестрелки. Представляете, это выглядит крайне странно, когда человек размером с полдома, ну что потом происходит, это просто даже никто этого вообразить не может. Приходит гигантская Годзилла, которая начинает все крушить и разламывать. Причем Годзилла с уникальным дизайном, но явно, что это Годзилла. Вообще просто вот это поражает. Просто как будто гигантский робот ходишь. И это просто вообще. И вот сейчас полезет гигантская Годзилла. Вот, компьютерная. Просто жуть. Из глаз у него лазеры, которые спепеляют все. Но это еще не все. Когда мы бегаем, бегаем от нее, мы захватываем пульт, убиваем человечка и начинаем им управлять. И уже идем этим роботом и сносим вообще все на своем пути. И это тоже крайне необычно. Я не помню, что в какой игре такое было, но наверняка что-то подобное надо просто припомнить. Ну просто. И крайне разрушительная штука. Надо просто точно попасть. Выносит все. Да. А дальше мы видим эту же гориллу, которая уже в реальном размере, она выезжает, и это просто поражает, насколько она огромна. Когда ты сталкиваешься первый раз с ней, когда яйца ее ломаешь, ты как бы не видишь просто огромное что-то. А тут ты просто видишь. Сейчас, вот где-то, наверное, вот тут. Жуть это. Сейчас она будет тут. Аншабдуль, помоги. Вот. Ты летаешь на вертолете. То есть тут еще и летаешь, но и валишь с этого пулемета. Этот пулемет, я уже говорил, он просто разносит все на свете. Вот. И здесь она уже в реальный размер. Та же самая. Если там только там компьютерный, там CD кинотеатр, тут в реальной даже как бы и не думаешь. Кстати, как тогда ты тут ее убиваешь, она все равно не убивает, она оказывается под конец живая, и она взрывается от атомной бомбы. Вот этот вот злодей самый вообще подлый. Он тебя постоянно предает и обманывает. Главный герой, он вообще тупой. И в этом чем-то комично. Напоминает себе героя из игры. Про такого байкера-гитариста недавно выходила. Полустратегия, полу 3D экшен. О, гляди, какая рожа. Это жуть какая вообще. Персонажи все разные, настолько просто вообще. Ничто их ничего не связывает. Даже двоих нормальных нету похожих. Вот как минимум один киборг, другой байкер, за которого ты играешь, гитарист. Там еще и эта наемница. Просто техника это присутствует, эти бандиты, вот видите, тут мы видим Псисторм, которые эти банды разрушили фильтры, потому что они их достали отходы, спускают, а те от этого болеют, мутируют, и они взяли и разрушили, но не подумали о том, что тогда защиты от Псишторма не будет. И вот такое там происходит регулярно. Город этот огромный, просто огромный. И необычный, главное необычный, он не имеет, вот, а вот это, что находится под землей, гигантские эти бараки тюремные, 32 тысячи заключенных, которые сбунтовались и всех перебили. Просто, посмотрите, какая панорама гигантская, просто, при этом атмосфера чувствуется, в каждой локации свой, как бы, запах атмосферы, своя цветовая гамма, насколько это поражает, и одновременно все связано одним дизайном. Просто игра сделана на самом деле вручную, можно так сказать. Несмотря на то, что уровни выглядят вроде бы однообразно, но они только выглядят только потому, что дать тебе свободу действий, потому что ни в одной игре не видим таких огромных локаций, вытянутых. Только если там в каком-то Serious Sam, где полная параша, то есть просто запихали просто копипасты эти пирамиды и там врагов напустили. Удивляет, почему еще раньше не додумались вот до такого. Чтобы такую сделать веселую штуку. И в одной игру невозможно так весело играть. Думаю, во второй части добавят комбосы. Потому что тут не надо пока, комбосов нет. Просто убиваешь там каким-то одним образом. А допустим, расстрелять его в голову, там,
ногой пнуть, еще там насадить на что-то, потом чтобы сгорел, за это дополнительных очков не дает. Просто вот этих можно убить только если попасть им вот в этот гнойник. Это вот мутированные туристы. Под конец выясняешь. А еще есть людоеды. Вот это все оружие выглядит шикарно. Оно так необычно. Ни одного заезженного оружия нет. А даже основная винтовка, она очень мощная, как бы просто прет на удовольствие. Плохого оружия, как и в любой современной игре, нету. Сейчас нет таких игр, уже не делают, где ты какой-то бесполезный юнит или бесполезное оружие. Все должно по-своему быть хорошее. Вот эта штука, у нее есть второй режим, кто-то открывается ближе к концу, он выносит вообще все, сжигает до скелета. Просто вся анимация, посмотрите на анимацию, спецэффекты, даже штука оружия одного. Просто. И это на полном серьезе, для меня, возможно, даже это лучший шутер когда-либо был созданный. Просто. Это просто поразительная вещь. Вообще нет слов. Ну, ты поднимаешься на лифте, и эти какие-то чужие присоски пытаются протаранить кислотой своей. Это даже пародия на фильм «Чужие», видите? Они тоже кислота, которая съедает металл и просят как бы достать. Еще скажу про то, что управление с геймпадом и мышкой совершенно разное. То есть разработчики не думали о том, как бы оптимизировать управление. Потому что мышкой гораздо целится быстрее и проще. Пули, например, управляющие летать, вообще не расплюнуть. Когда как на геймпаде она медленно поворачивает и вообще. Единственное отличие, что как во всех играх практически, Modern Warfare, вот, Flashpoint или как его, Flashpoint и, блин, как Medal of Honor последний, присутствует автоприцел. Причем хитрый автоприцел, не просто как раньше был тупой на PlayStation 2, просто бац, он сам прицеливается. Ты как бы нажимаешь кнопку приблизить, и он тут же у тебя сам вот приближается на ближайшего врага. И так можно быстро очень целиться, убивать, даже, возможно, быстрее, чем на клавиатуре, когда там вручную тебе надо целиться. Да. Еще и бутылки, тоже интересное наведение. Ты как просто их искать. Ты должен дроидов убивать, таких сломанных. Цветочки за бутылки, ты их бьешь, и пьянью становится. И это эффект опьянения, возможно, даже лучше, опять же, во всех играх, которые были созданы, выглядит крайне реалистично. Шатает его несколько секунд, и если ты это не просто сделали, если ты убиваешь кого-то в этот момент, тебе плюс 500 очков дают. А этот хлыст, которым он орудует, так сказать. Извините, я вам Mazda-версию показываю, потому что тут у меня чисто всякая игра от начала до конца. А на Xbox там где-то 80% записано, потому что я устал записывать, когда меня чуть не забанили. Но это я сам виноват, не надо было выкладывать. Но зато новый канал создал, Абдуль на выдумке хитра. Создан новый канал, и там уже 400 роликов, уже больше просмотров. 1000 комментов, адепты за 2 дня добили. То есть это величайшее священное чудо Бибарана. Люди спрашивают, почему нету кнопки обновить? Ну, нету обновить. А я говорю, молитесь Богу Сатане, приносите ему дары, призовите пару раз Бибаран, и чудо свершится. И как я пророк... Я пророк практически, так и свершилось, как только пару раз адепты помолились как следует Бога Сатане, послали Бибаран, тут же появилась кнопка обновить. Да, давайте вам канал покажу. А вот смотрите. Вот смотрите, Абдулов ТВ. Вот, 24 тысячи просмотров там за 3 дня. Это только канал, просмотров видео 18 тысяч. Но это только начало. Так, на том канале у меня уже 700 тысяч просмотров. Не знаю, подписчики, вы что не подписываетесь? Чуть только 34 подписчика, когда на вот этом канале, который чуть не забанил за этот Bulletstorm, тут... О, блядь. Так, что пишет? Итак, вот. Тут 636 просмотров вот, вообще. И тут вот подписчиков 630. Но сюда они почему-то... Это как раз проверка, Абдулов испытывает вас. Насколько вы преданы Бибарану. Просто, может, кто-то не знал еще о переезде канала. И мы будем так регулярно переезжать, потому что это приводит к насыщению
Ютуба был религией. То, что мы перекачиваем заново ролики, все эти тысячи роликов на новые каналы, и они везде остаются, они везде просто. Это был религия, она везде. Дебилы. Везде она распространяется, люди Бибаран читают, и как надо молиться. Плейлист, да, плейлист. Блин, а? Что за фигня, а? Пиздец, так, модули. Сейчас плейлист надо включить. Ой, блин, я же обзор делаю, извините, Аньшабдуль. Вот, плейлисты. А давай Парад Абдулова. Мои добавили, видит так. Вот плейлисты. Плейлисты, смотрите. И тут видео. А вот плейлисты, вот видите. И тут видео сделано на Шадеб. Это уже третий сезон. То, что в каждом плейлисте по 200 видео. Два первых плейлиста, Абдулла плейлиста, они сделаны на этом, на предыдущем канале. Просто мне лень было сюда их приносить. Я тут новый третий создал. Вот тут столько вот этот вот ролик охрененный. Это один наш адепт, он, по-моему, наркоман делает, я не знаю, делает, он удаляет канал, потом опять перекачивает. Это просто вот вычисление озона. Кстати, вот озон детектор, вот смотрите. Вот это его поразило просто, видите? Озон детектор, а потом тут в космос улетает. Видите, у нас синтезаторы, все тут уже. Целая религия уже давно на массу пошла. И надо вот, видите, он в космосе с обвинением. Вообще, отослали на кары вечные, вот вообще, Аншабдуль. То есть и адепты, вот я обучил пользоваться, как вот такие штуки делать, и теперь все как следует читают Бибаран, распространяют, вот артификсом занимаемся, мы конкретно занимаемся вот этим. Да, кстати, если кто не знает про артификс, вот он. Сейчас я вам покажу артификсы, он тут спалил его озон, это просто вообще. Вот тут он издевается над ГАМАЗом, и вот он артификс. Вот он, смотрите, как одет. Ну, тут комментарии, по-моему, излично. Вот он, этот артификс. Зареванная рожа, хочет по улице, плачет. Одет вот так вот, как баба. Это вообще, кстати, он или не он, я не могу понять. Слушай, проведите расследование. Я думаю, что все-таки вот... Нет, это он все-таки. Блин, это он или не он? Е-мое. Да он, конечно. Тоже еще. Ну вот. В общем, гей-банда настоящая. И мы с этим боремся, наказываем. Я наказываю, буду наказывать. И все наши адепты будут наказывать. Шабдуль. Мы совсем договорились. Вот, вот это оружие тоже не имеет аналогов практически. Не имеет аналогов, оно стреляет сверлом. И это сверло просверливает всех врагов насквозь и дальше их в космос уносит. Куда попадет, оно их сверлит. То есть это не сравнится с тем, чтобы вы видели даже в первом фире, втором фире, там просто дротиками такими железными болтами стреляет. Тут это просто оно сверлит, там спецвозможность, оно дальше начинает сверлить. Вот эти все надписи, все сверкает, вот взрывы красочные, просто вообще. Это гораздо круче Крайзиса, все. По геймплею, даже круче, чем Хелл, это охрененная игра. Это будет целая серия, я уверен, еще 10 частей сделают. Вот эти штуки, невзрывные штуки. Есть еще взрывные растения, они взрываются и ядами, химикатами отравляют. И все начинают друг друга стрелять. Враги тоже элементы уничтожения врагов, атмосферу, как используешь, уровня. Или другая, или как и ядовитые плотоядные растения, которые жрают всех. То есть это вообще просто поражает, как все круто спланировано. Просто это Абдуленно. Вообще просто, как быстро можно передвигаться, просто не говоришь, бас, вроде далеко, уже через минуту там пробегаешь гигантский корни, вот этот вот конец, это сволочь, а. Сука, реально персонажи какие-то в некоторые части сочувствия, некоторые отвращения, некоторые страха, так режиссера поставлена, сука, вообще. Ну, главный герой, конечно, идиот, который все ломает постоянно, вообще. Как какой-то Гомер Симпсон, вообще тупой. Просто, вообще просто погоня, вот эта штука просто страшно катается. Просто поразительно, едешь, спасаешься от нее, жернов такой.
Просто поражает, как они все настроили. Аншабдуль, Аншабдуль, Аншабдуль.